Hey, boy. Ice and fire. I'd get ready if I were you. Так. Извините, что-нибудь, пожалуйста, потому что я не могу понять, меня слышно и все ли заебись. Слышно. Благодарю. Слышно. Благодарю. И скажи еще раз, я тебя снова поблагодарю. Lady and gentlemen. Скар, подойди лучше наверх, забей на эту руну. Это пиздец. То, что я там вижу. У вас кто охраняет? Кур, я не понял. Я. Стоп, у нас щенки в кэре? Я хуй знает, чувак. Это пиздец просто. Ой, бля. В эту руну не забираю. Я луну сейчас уберу руну. Чего я? Трахаться будем? Синтин, иди лучше наверх, а пусть Джакира поспортит у меня. Они в пати, чувак, понимаешь? Да я понимаю, я понимаю. В пати. Ну может у них есть немножко адекватность. О, на Саликсе. Заебись. Снайпер. Пиздец. Даже за золотые горы. О, видишь, пизды получил сразу. Насебало. Умница. Там, когда волшебство начнется качать, оно будет. Да, будет пиздец. Я сюда вард сейчас поставлю. А, ничего себе. Тоже волшебник. Стоп. Нет, я просто люблю осуждать. Осуждаю неосужденные. Интересно, ему не надо я? Да нет. Да на него первого лава, я не знаю, может 3 минуты там.
Ну смотри, я сейчас первый замакшу и второй ебану на пятом уровне. Из него я злой. А зачем он шрапнель кидает, не понимаешь, что мы дальники сохранили? Ну типа, блядь, заставляет тебя маневрировать, блядь. Не Сами все равно нет на линии. Маленький крупный снайпер. Я так хотя это сами не стреляем, мы наоборот уже не сами файтится, чем вот так вот что-то делать. Ну блять, он типа так, подсосник. Я уже заметил. О, двойную пачку походу сделал. Два минута. Боги вознаградят твою глупость. Три сейчас снова шарпнель лежит. Прям по приколу? Да он, блядь, сейчас поймет, что это, блядь, пизды, блядь, бесконечные, он не будет подходить. У меня огонь один чего столько стоит. Че, он раненый? Да. Я сейчас докачаю, блядь. Так подойдет и сдох. Ну да. Сейчас ласку, наверное, приведет. Снайпер тяжело перефармить. Можем его ёбнуть. Ебанём? Давай четвёртый подождём, она начинает, там это число. Ты умер, да, всё равно? Это этот... Рак. Ты тут вообще ни при чём. Мне врачи давно говорили. Ты бахнул его? Да. Три как переживает. Мне кажется, у него где-то здесь вард, что-то он, блядь. Да, наверное. Ноль попыток вернуть. Жива? Практически. Если он за мной. Если он за мной выйдет, я первый ему дам. Благодарю. Я люблю таких персонажей, как ты. Снайпера нет, сами стоит тоже. Сейчас я им в орды наставлю. Ладно, я покупал. Аккуратно. Там шторм не инвиз подобрал. Все, понял, будет. Там сейчас полетит. Он его уже прожал по факту, я не знаю. Два часа будет перец. Снайперы. Я не уверен, но если я сейчас попаду под врага, меня ёбнут. Короче, я сейчас пятый поближе постою, пятый получу. Ну, сразу первый ебанул. Первый, второй. Не было возможности. Так он его уже изначально прожал.
уже по инвизам бежал. Не-не-не, я в смысле, я просвечивал, я думал, я как раз попаду в этот район. Я только за деревья вышел, он сразу схватил меня. Стой, ебальник, блядь! Ты чё? Бля, задавили. Бля, мне так нравится, когда они вот этой хуйней страдают, типа, да я съебусь, чё тут, блядь, пешком найду. Принеси синтрек, если не сложно, потому что они, по-моему, здесь сейчас... А, нет, не сломали, всё. У них вот тут вар стоял. Двойной урон! Оставь, оставь, оставь. Блять, тебе 50 монет вот эти не нужны? На мид подойти? Не, нормально. Я, кажется, ничего не могу сделать. Бля, я музыку не могу включить, мне вот эта хуйня раздражает, я поэтому с микрофоном где-то понять. У меня музыка типа работает, но я не слышу нихуя. Снова его можем бить. Сейчас рапнель кинем. Не, давай я его обойду, за спину ему зайду, здесь если вард есть, то... Мне может быть пизда. Не, вряд ли. Заранее. Бля, в идеале, если бы ты их двух схватил, я бы микрофайр сразу использовал. А нет, аккуратно, Сторм бежит с этим. С регеном. Идеально. Оставь, оставь, я доработаю. Стан, что-то подсвети его просто. Бля, он тупой, блядь, или что? Я не могу понять. Вот на полном серьезе. Я тоже это не понимаю. Типа, ну, блядь, мы ему даем пизды. Зачем, блядь? Где логика? Пацан, лесером уже больно, конечно, когда он рассказывает. Да, он же, блядь, это новые стратегии, блядь, третий максить.
Типа, чтобы, блядь, постоянно срабатывало. Кстати, если на тебе, блядь, будет ульта этого, блядь, скажи сразу, окей? Блядь, я спасу тебя. Ну дай, блядь. Типа, блядь, не хухры, мухры, блядь. Можем на него напасть, если останется. Мне кажется, здесь где-то вижен стоит. Это заебало, туда с целью урона, блядь. Не связал среди кучи деревьев. Это шутка. Бля, мне так нравится, когда он из безысходности просто скилл кинул, бля. Аккуратно, в сторону, на все бежит. Все, назад, 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 назад. Реально, назад, назад, назад. Бля, он так разочаровался. Он так сильно разочаровался, ты заметил, он, блядь, бежал, бежал, а потом резко вот такой, блядь, поворот, блядь, домой пошел, блядь. Да пацаны, я так и планировал. Бля, если честно, первые 2-3 раза даже не понял, это у тебя микрофон шуршит, либо ты так смеешься, блядь. Your bottom tower is being attacked. Your middle tower is being attacked. Бля, о, занял. Иду, иду, иду. У них реально есть надежда? Не, не знаю, они меня не пробивают вообще от слова совсем. Мне кажется, у них сайлентер с каждым смертью тупее становится только. Карандаш вкусно. Можем пойти и снайпера поиск. Забираем тауэр и идем. Лучше снайп. Они все живы, я бы на твоем месте другую линию начал бы кушать. Снайпер в миду, 11-го левел. Сколько мы раз его убили? 5. Недостаточно много. Реально, чувак левелом, как я. Потому что у меня 9 убийств, а у меня 2. И еще 5. Почему? Ух,
Дубоёб! Не алхимик застанился. Ой, сука. Дубоёб! Дубоёб! Ебать, а мне как... Да я при чём тут, блядь, отъебись! Сука, а почему... А мне, блядь, выстрел, блядь? Это вообще что, блядь? Не, вот это, блядь, в этом плане они заёбывают. У них, блядь, за счёт вот этого, блядь, выиграли. А чё, я блядь, колбу максимум, или что? Чё, у него постоянно есть? Да. Каждые 13 секунд, блядь. А нормально все. Хускар, ультуй, ультуй в него. Или петух стоял. На меду что? Ебать, откуда? Почему у петуха, блядь, 9 ебаных убийств, и он 13? Не, так я-то, у меня тоже 9 убийств. Где справедливость, сука? При этом я убивал мидера. Ну, петуха 5 смертей, а у меня только 9. Ой, у меня только 2. Пиздец, это что, блядь, такое? Ну, наверное, он еще хавал книжки, нет? Книжки были. Блядь, он настолько тупой, что не знает, как пользоваться книжками. Эти у Луны 3-5 левел 12, ну это вообще, блядь, справедливость ничего уровня, сука. Нет, если что, я от лица этого снайпера. Но против их... Снайпер, кстати, МКБ сразу делает, я не знаю, его надо убивать. МКБ или Shadowblade делает? Нет, БКБ, да видишь, они спамят просто, как не знаю кто. Не, так я понимаю, я говорю, что снайпер варит айтем, так я уже покупаю БКБ. Это БКБ. Ультрадичный. Блять, как заебал. Ну, а у меня-то башки нет. Да убей его, блять, бинка это все. Вот. Что я там еще, блин. Тормится. Почему они просто только что вот сюда? Посыпайте формат такой. Блять, куда это? Ну, бля, по сути он должен догореть, я не знаю. Он может, блять, летать, конечно, но стики не могут. Там снайпер уж шабар. У меня почти все мои смерти это тупо от ебучего петуха, который обладает культу. Давай, ХБ. Я, короче, пока что в лес без БКБ я не выйду, потому что там просто не стреляют. Всё, человек умер. Прощаемся с ним. Кстати, вот это, блядь... Не, блядь! Луна. Не это нужно. Луна? А мы там погуляли, короче, этот, пытались снайпера убить, не получилось. Получилось, не фартанул. Да, ну, это кажется, для нашей команды. Бля, вот такой смотрящий, блядь, за углом здания, блядь. Я думал, он уже забыл. Кстати, мы эту игру очень легко проигрываем, кстати. Благодарю тебя за поддержку. Очень приятно слышать, что команда верит. На Шторме еще только столько всякого дерьма. Как же надо БКБ. Ну давай на БКБ немножко на фар. Бля, да заберите вы эту хуйню. Кто из вас крутой? Вон, Луна пусть заберет. Тут вижен стоит, типа. Не, у него не вижен стоит, у него это стоит. Синтрек. Стрик. Все. Да? Да, там просто он сломал. Типа а залетел. А, нихуя нет. Сейчас убить просто. Да.
Я для вас шутка. О, красава. Выкупил. Я, кстати, форстав купил, чтобы вас спасать. Этот. Нормально. Кому хп не хватает, вот здесь возьмите. Хускар, хп! Не, блядь! Я умру тогда, когда я захочу, блядь! Ну, блядь, в этом плане мы просто попиздошили, можно сказать. Даже не подумав, посмотрев. Этот, Хускар, там восстановление хп было. Ты сразу раненый, блядь, в драку. Какое? Вот тут, блядь, регенка, блядь. Я 6 раз моргнул. На какой толк? Ну так хотя бы с... Я влетаю, я себе ебал сношу. Ну то хотя бы не так много. Ну а то тут, видишь, у нас тупо нет чувака, который бы сейчас прыгнул на снайпера и убил его. А чувак мне просто ебал рыгал. У меня не брони ничего. Это мне, типа, не сносит без БКБ, сносит ебало вот этот чел. А даже если я с БКБ, у меня нет брони, мне стоит просто настреливать снайпер. Я ничего не могу сделать. Живая, блин, я тебе пока представь, каково мне. Я всего лишь саппорт. И то. Ну, не по своей воле. Тебя убивают последний. Да, но я, блядь, даже не могу до врага дойти. Убивали, я бы без проблем. Да пиздец. Я не успеваю нихуя не сделать. Знаю, делайте БКБшки. Заберешь? Блин, пиздец. Вот и блин. Еще по максимуму можешь просто в драке нажимать. Снайперов? Да, да, да. Ну мне реально ебало рвет просто-напросто. Просто стоит, вот сейчас только что мы здесь дрались, он просто стоит на меня и просто райт-кликает. Мне 200 нужно, я не буду драться. До БКБшки чуть осталось. Вот снайпер. А, у меня достаточно. Эй, достаточно. Не, у меня нет достаточно. Ну, пайпу собираю. Я, по-моему, за тобой выехали. Лотус собрал. Лотус. Да, если ты будешь шот, например, дает Сала Сайленс, ты можешь лотус... Смотри. Дает. Все, подожди. Ты план там ганг-отряд выше. Убийца среди убийц. Распоряжаться моей силой. Эти Алхимона. У него нет мана, он только бежать будет. Бля, пацаны, слишком быстро. Печально вы. Ну, драка без двух тиммейтов, блядь. Ну. Нормально. Не-не-не, отходите. Отходите, блядь, вы чё? Я уже отступил. Я не успел до нее фулстафнуть, да и, блядь, думаю, это бесполезная работа была. Тут, как говорится, это наш полномочия, все.
Забирайте, мне кроме камня нихуя не нужно. Я не успел. Блять, это долгая, сука, анимация меня всегда раздражала, блять. 700 лет, блять, анимация. Бим? Айс пас. Потом пацаны воюете, это сами сразу. Бля, пожалуйста, без меня не начинайте, у вас хоть шансы есть какие-то. Пока на меня будут отвлекаться. Сука, неужели этот вард настолько же попали? Мана, махач. Есть? Иду. А фокусфайр на него, да, что ли? А о чем смысл? Я его все равно не смогу. Слишком много хп. Нормально, они все отдали меня, по сути дела, в этой драке. Больше хотели убить, но не убили. Я на поле уже броню по более-менее подкупил. Да блять, мне пизды ни за что получаю. А если сюда разведется? Тут как бы наш полномочит, все. Я сделал все, что мог. Кто-то ушел у них аккуратнее, вот этот снайпер, наверное. Кавалерия прибыла. Луна, можно эту хуйню встретить, снайпер? Благодарю. Там не без БКБ, меня в АТОС поймали бы сейчас только что. Этот форстаф. Бля, СК, ну. СК, тебе вот, например, тоже бы лотус не помешал бы. Вы играете, блядь, вот таких героев, которые на сайлент накидывают. Луна, репорт, короче. Нуб. А чё, Луна сдохла? Блядь, въебуч. Чел убирает, они же, блядь, в папе вроде как. Да не. Эмпатия, с этой слоной нет. Никогда в жизни нет, шляпа какая-то, но не играет. Может, будем использовать эти? Смоки? А так хули он тогда вначале, блядь, нажал, что в пати нахуй? Я один. Кто использовать? Смоки, может, использовать, блядь, когда-нибудь в этой игре? Пошли, нам надо Кускарова еги забрать. Камер, пойдем, заберем быстро. Типа, реально, они сейчас заберут еги. Your top tower has been denied. Вы чуть-чуть подстрахуйте, я его убью. Я варды сейчас расставлю. Нет, пацаны, надо по смоками заходить. Это неправильно. Mm-hmm.
Все, они так, они здесь. Я не успел. Че вы не пошли дальше? Типа, они все полумертвые, вы, блядь, такой. Так я вообще не знаю, че вы, блядь. Все, 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 уходи, ты че, блядь, я сейчас спалю. Блядь, короче, дали им оедницу, блядь. Ну, ну я дуру, я вот здесь стою, у меня опять вот здесь снайпер стоит, хуярит просто-напросто рейд-кликом. Да, блядь, сало сразу дали, я даже ульту не успел получить. Сколько у человека смертей? Ну, пиздец, я не знаю, как это сейчас сделать, просто, как они леса любили. Блядь, я не знаю, как я без вас буду, блядь, что-либо делать. Ну, репорт, ну, играет чисто шоу. Блядь, уже заебал своими репортами. Пиздец, вернись, что у тебя друг Кирилл лох. Пиздец. Ну, чувак, ты тоже арчит, блядь, вместо лотуса собрал. Ничего, да? Нахуй тебе арчит. Блядь, да, блядь, заебали вы уже! Киньте им репорт, блядь, ехаре, блядь, в пизду, блядь. Что Луна тупой, блядь, что Санкинг тупой, блядь. Вы одно и то же, бля, уже 10 минут обсуждаете. Пацаны, даже не смешно уже нихуя. Драка начинается, СК, блядь, просто... Я не знаю, вы, блядь, просто одно и то же мосолите, А Егис, серьезно, он забрал Егис? Ебануться. Здесь, блядь. Вас убили. 7 лет, блядь, прошло, блядь. Саша, уберите конструктор. Блядь, ну когда 25-й будет у ВРК, то это имба. Типа, инвиз не узинус. Сломайте этот брак, я сломаю вот этот. Они въебали. Сломайте брак, который не хилит, а сейчас я не въебаю просто. Нажимай боковой. Ну ладно, он был бы. Он ты байбека, кстати, сдох. Дальше хуй. Ха. Лотус дал, блядь, себе сайленс. Так, вот, вступаем. В какой-то момент как будто старорус, блядь, начал заговорить. Отходи, отходи. Так это же специально было сделано. Отходи, Коди, Коди, пизды не получишь. Окаянной. Ай, блядь, это пиздец. Thank you.
только что сало проебали. Нет, мы дождемся, пока они снова его не восстановят. Лотос, блядь, дали. Я у собаки, я Наруто Узумаки. Вспомнил я, блядь, на вечер глядя. Вот эту херню можно мне? Отлично. Он байбекался, никто не помнит. Скаймак байбекался. Скорее навстречу смерти. Началось, блядь. Thank you.
Бля, как-то все сложно, блядь, ебаный, что не так?